Глава 4. Надежда и поездка в Америку. В Китае миллион компаний, которые хотят торговать за границей, но они не знают как. Джек Ма. В январе 1994 года в возрасте 29 лет Джек основал Ханчжоу Хайбо Translation Agency, агентство бюро переводов Ханчжоу Хайбо. Сначала в штате компании числилось всего 5 сотрудников. Преимущественно это были учителя из института на пенсии. Джек снял в аренду 2 комнаты по адресу Куиньян Роуд 27, неподалеку от Западного озера. Они находились в помещении бывшей церкви, где когда-то размещалась юношеская христианская ассоциация YMCA. Сегодня знак компании Hope Translation все еще висит там, где у агентства бюро переводов была переговорная комната, рядом с местом, где теперь разместился международный юношеский христианский отель YMCA International Youth Hostel. Джек убедил нескольких учеников своей английской вечерней школы помочь ему с бизнесом. В основном ему требовалось найти первых клиентов. В день открытия ученики пошли на площадь Улинь с плакатами, рекламирующими компанию. Первые из этих студентов в итоге стали сотрудниками компании, работавшими на полную ставку. Одной из них была Джан Хун. Они с Джеком познакомились в 1993 году, когда она училась в сильной группе его вечерних классов в YMCA. Она вспоминает: «Никто больше не видел будущего у этого бизнеса. Мы поначалу не зарабатывали много денег, но Джек продолжал делать свое дело. Я испытываю к нему сильнейшее уважение за его великую силу мотивировать других людей и способность давать тому, что кажется безнадежным, удивительные возможности. Он способен делать так, что люди вокруг него начинают получать удовольствие от жизни». Первый бизнес Джека основывался на помощи местным компаниям в поиске клиентов за границей. Позже Джек вспоминал: «Я должен был весь день преподавать, и у меня не хватало времени, чтобы помогать другим с переводческой работой. Но многим учителям, вышедшим на пенсию, нечего было делать дома, и они получали очень маленькую пенсию. Поэтому я захотел создать переводческую компанию, предоставляющую посреднические услуги». Однако, имея только узкую специализацию в области переводов, Джек не мог превратить свое агентство в коммерчески выгодное предприятие. Но эта его первая авантюра обеспечила ему место в капиталистической революции, которая изменяла провинцию Джидзян и была его первыми робкими шагами как предпринимателя. «Надежда» по-английски «hope», а по-китайски «хайбо» дословно означает «широкий как море». В неформальной речи его называли «кусияхай», что означает «прыгнуть в море». Джек хотел попробовать себя на предпринимательском поприще, но пока еще не мог решиться и бросить работу учителя в государственном секторе. На данный момент предпринимательство является настолько отлаженной частью современного китайского бизнеса, что трудно представить себе, какие сильные изменения происходили в этой стране за последние несколько десятилетий. В самом начале экономических реформ в Китае предпринимательская деятельность считалась крайне рискованным и даже незаконным начинанием. Народ еще помнил о заключенных или даже казненных за занятия коммерцией во время культурной революции. С 1978 года в Китае была разрешена система самостоятельного ведения хозяйства, которая позволяла фермерам свободно продавать излишки зерновых культур. Зачатки частного бизнеса появились вместе с городскими и деревенскими предприятиями, так называемыми Township and Village Enterprises или TVE. Номинально они контролировались государством, но в действительности ими управляли сельские предприятия. Так было положено начало быстрому увеличению занятости в частном секторе Китая.
С начала 1980-х годов китайское правительство стало признавать первых индивидуальных предпринимателей, а затем бизнесы, управляемые предпринимателями. Первые бизнесмены, Го Ти, были не те, кто имел за плечами постоянную государственную работу, а скорее те, кому нечего было терять. Почти все они являлись выходцами из среды сельскохозяйственных рабочих. Когда такие люди становились богаче, то они подвергались насмешкам за их успех и низкий социальный статус. Один из первых Го Ти даже обклеил стены своего нового дома банкнотами. Один из богатейших на сегодняшний день бизнесменов Китая когда-то тоже являлся Го Ти с низким социальным статусом, каковых в провинции Чжэцзян было множество. Чтобы понять процветание компании Alibaba, полезно понять, как родная провинция Джека стала источником такого благосостояния. Чжэцзян – плавильный котел китайского предпринимательства. Ханчжоу, ближайший порт Нинбо и другие промышленные кластеры, разбросанные по провинции Чжэцзян и южной части провинции Цзянсу, образуют экономически важную территорию в дельте реки Янцзы с центром в Шанхае. Ханчжоу – родина империи электронной коммерции Alibaba, и как центр торговли он имеет богатую историю. Город когда-то служил самой южной точкой Великого канала длиной 1100 миль, полное название которого по-китайски звучит как Джининханда Юнхэ или Великий канал Пекин-Ханчжоу. На протяжении более тысячи лет он служил главной артерией между Южным и Северным Китаем и сделал Ханчжоу одним из самых преуспевающих городов страны. Ханчжоу и ближайший портовый город Нинбо расположены на относительно равнинной местности. Большую часть провинции Чжэцзян покрывают горы. Ее холмы и реки создают сеть обособленных сообществ и диалектов. Потребность в торговле и отдаленность от политических правителей страны способствовали тому, что Чжэцзян стала колыбелью частного предпринимательства в Китае. Сегодня многие из бизнесменов этой провинции занимают верхушку списка самых богатых людей страны. Большинство из них, как и Джек, начинали свой путь жизни полный тяжкого труда. Цзун Цинхоу, состояние которого оценивается более чем в 11 миллиардов долларов, является основателем Вахаха, крупнейшего в Китае производителя напитков. Цзун жил в Ханчжоу с 4-летнего возраста и работал на соледобыче на острове у побережья Нинбо еще до того, как закончил школу. В 1980-х он за бесценок продавал на улицах мороженое. Ли Шуфу, чье состояние оценивается более чем в 2 миллиарда, основал Джили, первую в Китае негосударственную автомобилестроительную компанию. Он начинал со сборки холодильников из запчастей, а затем в 1988 году основал Джили. В 2010 году Джили купила шведскую Volvo Cars. Лу Гуаньцю, 7 миллиардов долларов, основал Ван Куаси Групп, производство автозапчастей, базирующееся в Ханчжоу. Он начинал как фермер, а затем как скупщик металлолома. Друг Джека Го Гуанчан, человек с состоянием 7 миллиардов долларов, до своего таинственного исчезновения на несколько дней в декабре 2015 года является основателем компании Fosun. Он пережил культурную революцию на испорченных овощах, а позднее выиграл поступление в престижный шанхайский университет Фудань, где, чтобы сводить концы с концами, торговал в общежитии хлебом. До истории с внезапным исчезновением Го в 2015 году Financial Times называли Fosun китайской Berkshire Hathaway. Примечание. Американская холдинговая компания. Конец примечания. Го активно поддерживает предпринимательские попытки Alibaba в логистике и финансах. Один из кластеров предпринимателей в Чжэцзян, угол железного треугольника, играл важную роль в успехе Alibaba. На группу логистических компаний Тонглу, расположенную в городе Тунлу к юго-западу от Ханчжоу, приходится более половины всех поставок в Китае. В Тунлу родился Нё Тэнфэй, основатель компании-гиганта по перевозкам Шэнтон, STO Express. Выходец из бедной семьи, Нё выращивал свиней, зерно, продавал дрова,
а затем переехал в Ханчжоу для работы на печатном производстве. Он подрабатывал курьером, доставляя хлеб на велосипеде, прежде чем в возрасте 20 лет ему предоставилась возможность обойти Чайна-Пост, доставляя таможенные формуляры в торговые компании в Ханчжоу в порт Шанхая. Ньо Тэнфэй погиб в автомобильной катастрофе в 1998 году, но его компания Шентон продолжила процветать. Два родственника Ньо и один из его одноклассников основали в группе Тунлу три другие большие компании по доставкам. Ханчжоу – областная столица, и Нинбо – ее крупнейший порт, давно являются процветающими центрами торговли. Два других города в провинции Чжэцзян, Вэньчжоу и Иу, не столь известны за пределами Китая, но в самой стране их знают по новообретенному благосостоянию. Вэньчжоу помог легитимизировать роль предпринимателей в обществе, а Иу создал оптовые рынки, которые получили распространение по всей стране и миру. Вэньчжоу и Иу играют такую же важную роль в китайской революции предпринимательства, как хлопкопредильные фабрики Ланкашира в британской индустриальной революции. Динамичный рост благосостояния Вэньчжоу и Иу вдохновил Джека начать карьеру в сфере бизнеса. Инновации в Вэньчжоу открыли двери для будущих начинаний Алибаба в сфере финансовых операций, а массовая оптовая торговля в Иу стала образцом первой бизнес-модели Алибаба, которая связала продавцов Китая с покупателями всего мира –